Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Родинка на плече. Она мне немножко натирает бельем нижним. Хотела бы удалить. Скажите, пожалуйста, как давно это новое образование у вас появилось? Наверное, больше 5 лет точно. Растет ли родинка? Да. Беспокоит ли, кроме того, что натирает? Болит, припухает, воспаляется? Припухает, мне не нравится визуально больше. То есть больше эстетически беспокоит. Есть ли еще какие-то родинки на теле, которые... Да, у меня много. Какие еще беспокоят вас? Ну, на спине тоже беспокоит, что натирает нижнее белье. И на плече тоже чуть пониже. Сколько лет находятся эти родинки у вас на коже? Это уже даже 10. И в стабильном состоянии или постепенно, медленно или быстро увеличиваются? Какие-то нет, какие-то чуть-чуть темнеют. Часто ли вы бываете на солнце? Ну, раньше да, а сейчас уже ограничиваю себя, потому что вижу, что они растут. Хорошо, давайте посмотрим ваше новое образование. При осмотре мы выяснили, что у пациентки доброкачественные невусы кожи тела, которые по рассказу появились несколько лет назад, медленно растут, субъективно не беспокоят, но в то же время мешают носить одежду, спортивное снаряжение. И поэтому пациент желает избавиться от этих новообразований. В ходе исследования мы выяснили, что невусы нашей пациентки доброкачественные, они вполне могут быть удалены с помощью лазера. При этом мы рекомендовали провести диагностическое гистологическое исследование для подтверждения доброкачественности данных новообразований. Удаление невусов мы будем проводить с помощью СО2 лазера под местной инфильтрационной анестезией. Данный вид удаления является наиболее малотравматичным, щадящим, абсолютно безболезненным, позволяющим достичь быстрого и, главное, с хорошим косметическим эффектом заживления ткани после удаления. Итак, местная инфильтрационная анестезия. Маленький укольчик, потерпите, пожалуйста. Анестезия практически безболезненна. Дальнейшее удаление лазером также абсолютно безболезненно. Начинаем процесс удаления невуса лазером. Скажите, пожалуйста, вам не больно? Ничего. Да, как мы и сказали, процедура абсолютно безболезненна. Она позволяет послойно, щадяще удалить большинство новообразований кожи. Чуть-чуть прибавим энергию. Мы провели удаление лазером 2 папилломатозных невусов кожи тела. Сейчас будет проведена обработка асептическая, выполнена наклейка. Пациенту будут даны рекомендации по уходу. После удаления невусов мы рекомендуем обрабатывать поверхности антисептическими растворами, а также антибактериальными присыпками около 1 недели. Как правило, за это время происходит полное заживление раневых поверхностей.